Добрый день, уважаемый. Да вот не день, а вечер уже. Уважаемые, мы с вами находимся в коля метро Борисовский тракт, где начинается микрорайон Уручья. В 1976 году, когда я тут поселился в микрорайоне Усход 1, на этом месте было поле. Называлось тоже это Уручья. И видите, тут некий ручак, невеликий ручаёк. И вот поглядите, какие теперь тут построены микрорайон. Вот глядите, Калиласка. Вот, совсем недавно, в этом году, бизнес-центр, вот, говорят, такие построили. Вот, бачите, это мусить высотою, який він національна бібліотека. І бачите, тут теж номінація на весь, по всьому периметру цієї забудови. Ось, ну а ось там далі Могилки. Раніше вони називалися Московська, а зараз вже Усходня, Восточна. Ну а ось, бачите, ось і сам мікрорайон. Це Уручья 3-4 ми бачимо. Ну і це і проспект Незалежності, той проспект, на якому я живу. Ну, отсюда, мусить, кілометрі 2 наш дом. Ну, а ось воно таке Уручье. Покает этот проспект, а вот лучше 1 и 2. Спочатку ну, тут з'явилися дамы, а уже потом 3-4. Ну и вот довольно много уже годов. Корпус ВНПУ. Технічного університету. От я вже давно-давно за ним три інтернати, ну або общежитие по-русски. Ось я спеціально показую вокруг себе. Я покрутився і ось бачите, от таке по всій поверхні будование. Вот так. Ну, сегодня 20 снежня. Ну и у нас тут градусов 8 морозы. Мне уже начинают замерзать руки. Кому я за это я кончаю показывать. До побачення. Альбо, как говорят украинцы, до побачення. До свидания.